Привет. Сегодня, в общем-то, самый такой, ну, обычный, скажем, день. Но сегодня я встретил одного своего старого друга. Вот, мы с ним, ну, порядка 20 лет уже, как знакомые. Вот, и мы сели на кухне, попили чаю с печеньками. Вот, и он увидел у меня на столе несколько варганов. Он спросил, что это. Ну, естественно, я ему объяснил, показал, как, ну, ударять по язычку. Вот, он даже немножко побрынкал. И потом он спросил, сколько он стоит. Я ему сказал, что стоит он 50 евро. Вот, ну, там, с доставкой и все такое. Он говорит, вот за это 50 евро? Да я такое за вечер, за один сделаю. Я говорю, ну, хорошо, давай. Мы сейчас одеваемся, обуваемся, идем в мастерскую. Вот, я даю тебе заготовку для рамы, я даю тебе заготовку для язычка. Я буду стоять над тобой, рассказывать как, что и зачем. Твоя задача только сделать. Если ты сделаешь это за один вечер, как ты сказал, то ты берешь, забираешь этот варган, который ты сделал, и я вдобавок делаю тебе еще два любых, ну вот, которые ты покажешь, вот такой, там, такой, не знаю, какой хочешь, любую форму берешь и просто, ну, говоришь, что ты хочешь, и я тебе делаю еще два. Все это я говорю к тому, что сегодня я решил. Это нет, это ни в коем случае не будет мастер-класс по изготовлению варганов, просто, ну, их и так уже хватает, и, ну, как сделать варган, это далеко не совсем, совершенно не секретная информация. Вот, я лишь хочу просто рассказать о том, как делаю их я. Ну, все начинается, естественно, с заготовки. Не знаю, там наведется, автофокус не наведется. Вот, может, вот так вот руку поставлю, да, на руку наведется. Ну, короче говоря, все начинается вот с такой ржавой заготовки. Хотя нет, все начинается с того, что я сажусь за компьютер. Да, все начинается именно с того, что чувак заходит в комнату, кормит своих рыбок и с умным видом садится за компьютер. Начинается самое интересное. Тут лежат самые разные заготовки. Такие, такие, такие. Вот такие. Ну и так далее и тому подобное. Все эти заготовки объединяет одно. Они грязные и ржавые. И с этой грязью, ржавчиной, естественно, нужно что-то делать. Что делать? Собственно говоря, решать проблему. Берешь бормашинку и начинаешь решать. У меня тут вот такая шарманка. И в ней даже кассеты работают.
после того, как я разобрался с окалиной, я иду затачивать деки.